Куртка – это универсальная база любого гардероба. В ней ходит и на работу, и на прогулку с друзьями, и на дачу. Как правильно выбрать демисезонную куртку, расскажем. В женский гардероб куртка перекочевала из военной формы в 70-х годах прошлого века. Тогда она считалась одеждой для бедных. Но с 80-х все изменилось. Куртки начали появляться на показах модных дизайнеров. Не тюремная роба, а дизайнерская вещь. Немецкий бренд предлагает модницам стеганую куртку из хлопка. Цена со скидкой всего 1000 рублей. В тренде стеганые куртки, авиаторы и классика прямого кроя. По цветам однотон, но никто не запрещает выбрать что-то яркое. Главное, без крупных принтов. Для ценителей минимализма подойдет милитари. А сейчас подберем демисезонные куртки для разных типов фигур. Великолепный цвет топленого молока. Весьма лаконично, элегантно. Воротник из эко-меха также очень удобен и комфортен. Несмотря на то, что мы видим строчку поперечную, абсолютно не увеличивает силуэт. Кнопки подобраны также в цвет куртки. Они выполнены из пластика, при этом очень комфортны. Внутри наполнитель синтепон, очень комфортный, дышащий. Сама модель весьма лаконична. Ремень, который можно носить поверх изделия, либо носить без ремня. Обратите внимание, что и ремень выполнен из кожи, и кнопки также выполнены из этой кожи. Рассмотрим антитренды. Этим курткам не место в вашем гардеробе. Клетка блеклая, не выражает внешность нашей девушки. Увеличивает силуэт, создает дополнительный объем и в районе бедер, и в районе талии, и в районе плеч. Фигура песочные часы ушла, не видна, превратилась в фигуру яблока. Нечеткость силуэта, грубые молнии, они не элегантны. Обратите внимание на принт. На первый взгляд, да, гусиная лапка, но ахроматика не украшает нашу женщину. Создает за счет рисунка дополнительный объем. Плюс куртка сама по себе также дутая и бесформенная. Увеличиваются линии плечей, талии, бедер. Силуэт не читается, и фигура превращается в фигуру яблока. Весна в наших краях часто преподносит сюрпризы. Выбирайте демисезонную куртку со стегивающейся подкладкой. Тогда не понадобится доставать зимнюю одежду, если резко похолодает. Будьте стильными вместе с нами!